Программа «Мой подъезд» Московской области реализуется с 2016 года и показывает высокую эффективность. В Ленинском районе в прошлом году отремонтировано более 500 подъездов. В этом планируется привести в порядок 463. Сезон ремонта начался на днях. Конечно, трудно говорить о результатах на сегодняшний день. Пока темп хороший. В каждом подъезде предстоит покрасить стены, перила, двери, частично заменить поврежденную плитку, установить новые почтовые ящики и осветительные приборы с энергосберегающими лампами. Не обошлось без нововведений. В этом году в программу по необходимости включена замена окон. Большое внимание уделяется входным группам. Стало обязательным наличие перил и пандусов. Все работы производятся при согласовании с жителями. Все делается так. Единственное, вот в прошлый раз, когда делался ремонт, мы просили, чтобы восстановили или не закрашивали, или восстановили номер этажа. Номер этажа – это обязательно. А так вроде… Неудобства испытываете? Как без этого? Без этого невозможно. В течение недели, то есть обычно делается, это, наверное, это понятно. Я сам строитель, поэтому я понимаю, что без неудобств невозможно. Чтобы проследить за процессом работ в горках Ленинских, где сейчас активно реализуется программа «Мой подъезд», поселение посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Мы увидели вот дома, которые сейчас ремонтируются, подъезды. Мне кажется, хороший темп. И могу сказать, что по сравнению с прошлым годом темп лучше, поскольку в прошлом году делали примерно 2 недели. Жители испытывали неудобства, то сейчас этот срок сокращен до 5-7 дней. Подрядчик, в принципе, тот же, но он учел замечания прошлого года, и сейчас делается все значительно быстрее. Средства на ремонт выделяются из нескольких источников. Из денег жителей, которые они платят управляющей компании за текущий ремонт, и за счет финансирования из Московской области совместно с бюджетами каждого поселения. В этом году предельная стоимость отделки одного подъезда выросла в разы. Предельные стоимости в этом году относительно прошлых увеличены достаточно. То есть так до 5 этажей здания у нас на один подъезд предельная стоимость 220 тысяч рублей, от 5 до 9 включительно 505 тысяч рублей и от 10 и выше 580 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году 5 этажей и менее были 142 тысячи. То есть 142 и 220 – значительное увеличение. Все работы по программе «Мой подъезд» планируется завершить до 1 декабря текущего года. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.